Греция горит? Теперь мы вылечим твои травмы спинного мозга. Я иду в поход. Что мне нужно взять с собой? Современный походный рюкзак, он чем отличается от обычного городского? Во-первых, это объем. Сразу видно, что такой рюкзак будет значительно больше, чем тот, с которым вы ходите, например, в университет, или на работу, или в школу, или куда-нибудь еще. То есть, как правило, мы используем рюкзаки там 80, 90, 100 литров и даже больше. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Аделина Абдрахманова. Объявлены стипендиаты президента и правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. В числе награжденных 35 студентов Казанского федерального университета. Стипендия президента Российской Федерации на 2023-2024 учебный год назначается с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года. Ежемесячный размер стипендии 7,5 тысяч рублей. Уже практически неделю в Греции бушуют лесные пожары. Пламя охватило несколько островов. Среди них Родос, Корфу и Эвбея. Подробности расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Лесные пожары – явление, с которым человечество так или иначе сталкивается регулярно. Однако не всегда с проблемой удается справиться быстро. Уже практически неделю огонь бушует в Греции. Началось все с лесных пожаров на острове Родос. В настоящий момент пламя охватило и другие острова, к примеру, Корфу и Эвбея. По данным Министерства защиты граждан Греции, в воскресенье в некоторых регионах была объявлена красная тревога в связи с лесными пожарами. Это наивысший уровень тревоги. Лесные пожары возникают в летний период в сухую жаркую погоду. В настоящее время вот такие условия сложились в странах, которые прилегают к Средиземному морю. Это в Испании, в Италии и в особенно в Греции. Там температура поднялась до 45 градусов. Почему? Потому что господствует антициклон, который сам по себе уже обеспечивает высокое давление и высокую температуру, высокую пожароопасность. И к тому же сказывается влияние Африки, знойной Африки. Ветра идут с Африки. Поэтому и возникают вот такие весьма неблагоприятные условия. В настоящий момент власти Греции эвакуировали из опасных районов более 30 тысяч человек. Среди них и туристы. Отметим, что днем ранее на острове Родос вспыхнуло еще 64 лесных пожара. Большинство из них получилось устранить практически сразу же. Ну, сами посудите. Вот, у нас самые высокие температуры, ну, именно у нас, в Казани, были в 2010 году. Но они достигли всего 39,6 градусов, ну, пусть 40 градусов. А там, понимаете, 40 градусов обещают 50 градусов. И причем это же длительное время. Поэтому, вот, в первую очередь. Ну и, конечно же, люди спасаются водой. Это в таких условиях организм, ну, тяжело справляться с таким стрессом. Огненная стихия бушует не только в Греции. Лесные пожары ранее начались и в Турции. Наиболее эффективный способ их устранения – использование сил авиации. В настоящий момент в тушении пожаров в Турции помогают самолеты МЧС России, а конкретно Б-200. Самолеты-амфибии за время работы в Турции сбросили на пламя уже более 85 тонн воды. Маргарита Михайлова, Универньюз. В Институте фундаментальной медицины и биологии был совершен прорыв в области медицины. Специалисты научно-исследовательской лаборатории Казанского федерального университета исследовали поведение клеток микроглии при различных степенях травмы спинного мозга. О сути исследования и дальнейшей реализации смотрите в следующем сюжете. Ученые научно-исследовательской лаборатории генной клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета впервые экспериментально исследовали поведение клеток микроглии при различных степенях травмы спинного мозга, а также в посттравматических периодах. Эта работа сможет помочь ученым получить больше информации о спинном мозге и дать почву для размышлений на совершенно новом уровне. Травма спинного мозга – это повреждение, которое вызывает временные или постоянные изменения в его функции. Симптомы могут включать потерю мышечной функции, чувствительности или вегетативной функции в тех частях тела, которые обслуживаются спинным мозгом ниже уровня травмы.
Травмы спинного мозга характеризуются многочисленными патологическими реакциями, в которые вовлечены все типы клеток центральной нервной системы. Одними из них являются клетки микроглии, которые размножаются и активируются в поврежденной нервной ткани, что было продемонстрировано ранее. Непосредственно после травмы в острый период клетки микроглии активируются, приобретая нейротоксический либо нейропротективный фенотип. В подостром периоде острые реакции клеток микроглии снижаются, стихают. Но затем происходит вторичная волна активации клеток, которая может вновь инициировать нейротоксические реакции, которые продолжаются в отсроченном хроническом периоде. Эксперимент, который провели специалисты Казанского федерального университета на крысах, помог изучить поведение клеток микроглии в условиях моделирования травмы спинного мозга инвитро различной степени тяжести в различные посттравматические периоды. Впервые было обнаружено, что клетки иммунной системы мозга играют значительную роль в процессах воспаления и восстановления при тяжелой травме спинного мозга. Исследователи Казанского федерального университета выявили закономерность. Чем серьезнее травма спинного мозга, тем ниже способность микроглии к давлению и уничтожению чужеродных частиц и поврежденных клеток во всех посттравматических периодах. Это открытие поможет в разработке новых подходов к лечению травм спинного мозга. В нашем исследовании мы создали модель травмы спинного мозга в условиях инвитро путем добавления клеток микроглии, белков и факторов роста, полученных из тканей животных с легкой, средней и тяжелой степенью повреждения в острый, подострый и хронический период после травмы спинного мозга. На модели травмы спинного мозга инвитро мы провели динамическую оценку реактивности клеток микроглии с учетом тяжести повреждения нервной ткани. Мы обнаружили изменения в экспрессии генов, цитокиновом профиле, а также фагоцитарной и пролиферативной активности в зависимости от тяжести травмы и посттравматического периода. Полученные данные представлены в статье, опубликованной в специальном выпуске журнала International Journal of Molecular Sciences. Они помогут разработать новые методы лечения больных с травмами спинного мозга. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Подготовка к походу – кропотливое и хлопотное дело. При этом особой разницы нет. Отправляетесь ли вы недалеко от города в лес на двое суток, или уезжаете далеко в горы, к реке или в степь на две недели. Даже у опытных туристов, которые начинают сбор и составление четкого плана, случаются промашки. Что уж говорить о новичках. Поэтому стоит придерживаться некоторых инструкций о том, как разложить палатку и куда отправиться в приключения, расскажем далее. Каждому нужен перерыв в ежедневной рутине. Окунуться в отдых на свежем воздухе очень интересно и совсем не сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное – четко определиться с местом дислокации и набором инвентаря. Различные виды пеших походов становятся все более востребованными. Однако немногие начинающие туристы ответственно подходят к сбору необходимых вещей для путешествия. Даже если маршрут продуман до мелочей, а о нем мы поговорим чуть позже, рюкзак туриста все равно должен быть собран по всем правилам. Современный походный рюкзак, он чем отличается от обычного? Городского. Во-первых, это объем. Сразу видно, что такой рюкзак будет значительно больше, чем тот, с которым вы ходите, например, в университет, или на работу, или в школу, или куда-нибудь еще. То есть, как правило, мы используем рюкзаки там 80, 90, 100 литров и даже больше. У них есть вот такой вот удобная спинка с лямками, и самое главное, вот такие вот поясной ремень, который как бы будет разгружать вашу спину. Вещь, без которой мы не можем представить никакой поход, это, наверное, пожалуй, палатка. Вот так вот она выглядит, такая довольно крупная, увесистая. И следующие вещи уже, наверное, не столь очевидны. То есть это, во-первых, то, в чем мы будем спать в походе. Это спальный мешок. То есть вот он у меня такой довольно объемный, он очень теплый. С таким можно спать прям в минусовых температурах. Естественно, до такой погоды, как сейчас, подойдет спальный мешок там, ну, раза в три меньше, чем этот. Еще очень важный элемент снаряжения – это пенка. Такая вот простенькая, похожая на гимнастическую. Но важно отличать их, потому что туристические пенки, они немножечко жестче, немножечко толще, соответственно, лучше удержат ваше тепло. Они для чего нужны? Ну, во-первых, мы на них спим, во-вторых, мы можем их там как-то постелить, посидеть на них, еще что-то такое сделать, там, заканчивая там просто вот так вот махать костер. Когда основные элементы вашего снаряжения определены, необходимо перейти к сбору бытовых вещей, без которых поход также невозможен. КЛМН – аббревиатура четырех важнейших слов для каждого туриста. Это кружка, ложка, миска и нож. Без них прием пищи на природе будет довольно затруднителен. Дополнительные приборы, конечно, по желанию человека. Дальше смотрите, то есть в зависимости от ваших условий. Кто-то, например, готовит не на кострах, а на горелках, берет горелки. Если вы готовите на костре, то берете котел для готовки, берете там топор, пилу, в зависимости от того, куда вы идете. Вот это уже отдельная тема.
ну и какую-то одежду. То есть, если как сейчас погода, вполне достаточно вот такой, то есть брюки, которые обязательно должны полностью ноги закрывать, потому что все-таки клещи, комары, на тело какую-то футболку легкую и, соответственно, что-то сверху, то есть какая-нибудь курточка, дождевик обязательно берем с собой, то есть, ну, какую-то такую простенькую одежду. И очень важно обращать внимание на обувь. То есть, в походах таких серьезных мы используем так называемые трекинговые ботинки. Конечно, в походах попроще, можно ходить и в кроссовочках, и еще в чем-то таком, но если вы идете куда-то в горы, то очень важно уже обращать на это внимание. Для качественного похода важны две вещи – это уверенность и палатка. Но если уверенности можно набраться прямо в процессе экспедиции, то с палаткой лучше разобраться заранее, еще до выхода из дома. Антон, давайте разберемся, как правильно нам расставить палатку. Да, давайте. Вот у меня в руках палатка, которая, ну, довольно современная, хорошая, легкая. Она значительно отличается от тех, которые вы могли видеть, например, в советских кино, мультфильмах, там такие треугольные, тяжелые, которые тяжело ставить. Современная палатка весит, ну, не больше 3 килограмм, 3-4 килограмма, помещается в нее 3-4 человека спокойно, и как бы она довольно ветроустойчива и влагоустойчива. Как бы дождь, ветер, нам ничто не страшно в ней. Любая палатка состоит из трех вещей. Тент – то, что защищает от дождя и ветра. Чаще всего он ярких цветов. Это предусмотрено для быстрого поиска палатки в случае чрезвычайной ситуации. Далее внутренняя часть палатки, та, в которой происходит основное действие, например, сон туриста. Ну и третья вещь, без которой не встанет на ноги ни одна палатка – дуги. В первую очередь раскладываем дуги. То есть дуги – это основание нашей палатки. На ней держится вся палатка, непосредственно ткань. Да, по сути, да. То есть эти дуги, они, собственно, создают каркас для нашей палатки. У меня есть внутренняя часть палатки, в которой есть кармашки под эти дуги. Сейчас мы их ставим, и у нас уже палатка приобретет какую-никакую форму. Примерно палатка ставится минуты 3-4. Ошибиться здесь довольно сложно, потому что все палатки сейчас сделаны очень просто. Сейчас у нас появился каркас внутренний, то есть, как видите, внутренняя палатка. Вот здесь есть два входа, окошки для вентиляции, непромокаемое дно. Но вот это все, как бы, если дождь пойдет, то оно сразу, естественно, зальет. Чтобы такого не произошло, растягивается тент. Он прослужит защитой от непредвиденных погодных условий. Чтобы палатка была устойчивее, необходимо приколотить ее колышками к земле, в прямом смысле этого слова. Для этой палатки нужно 6 штук. Ну, как правило, это, ну, от 4 до 6 штук на палатку. Колышки легко можно заменить обычными там веточками. Вот, очень важно колышки ставить не просто как там вот так втыкать или еще, то есть мы втыкаем их вертикально, а потом под углом. Ну, разложить палатку-то мы разложили, но внутри как-то немного пустовато, поэтому я предлагаю немножко ее обустроить. Дома в квартире или в тайге на природе. Везде должно быть удобно, комфортно и тепло. Интерьер палатки во многом зависит от спального мешка. Эта компактная вещь заменяет и простыню, и подушку, и одеяло. Это очень теплый спальник, то есть у него вот здесь вот есть его характеристики. То есть минус 7 – это температура комфорта. То есть при этой температуре в нем человек будет спать комфортно. Такой кокон с замочком. В него мы погружаемся, закрываемся и спим. Рюкзак собран, базовые навыки раскладывания палатки имеются, а это значит, что пора отправляться в путешествие. Для первых походов стоит выбирать не слишком удаленные популярные районы, о которых легко собрать всю необходимую информацию. В путешествии на своих двоих есть много нюансов, которые легко упустить по неопытности. Для новичка я бы посоветовал сходить в первую очередь в республику Мариэл. Это соседняя наша республика, до нее ходят электрички, автобусы. Всегда можешь сесть, поехать по популярным маршрутам погулять, то есть это тот же Яльчик, например, который, наверное, все знают. Почему именно туда? Там хороший красивый лес, там всегда есть вода из озер, всегда есть реки, которые тоже можно брать воду, естественно, все-таки питьить. Вот. Маршруты очень популярные, дорожки уже все есть, и поэтому там, ну, очень сложно потеряться. Если посмотреть на Республику Татарстан, то есть уже по нашим краям, то очень популярно это Камское устье, но там есть некоторые проблемы с водой, некоторые проблемы с тем, что там уже слишком много людей. Вот. Ну и, возможно, кому-то будет интересно Щучьи горы, например, но это тоже уже район такой немножечко поинтереснее. То есть это вот как раз уже ниже Камского устья. Ну что ж, а я для себя приняла одно очень важное решение. Мне не нужны Мальдивы и Турция, когда есть наша любимая Россия. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюз.
11-классник IT-лицея Казанского федерального университета Виталий Казаченко стал призером 3-й степени ежегодного конкурса по разработке мобильных приложений IT-школа выбирает сильнейших в рамках проекта Samsung Innovation Campus в номинации «Игровое приложение». Его проект представляет из себя игру ITL Final Trial, где IT-лицей с юмором отражен в игровом мире. Чтобы пройти локации, напоминающие игры 90-х, необходимо выполнить серию заданий. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!